Спектаклем «Два джентльмена из Вероны» по Уильяму Шекспиру откроется парад премьер, который подготовил к закрытию сезона Рижский русский театр. Спектакль сделан с участием выпускников русского курса актеров Латвийской академии культуры. Это их дипломная работа. У многих шекспироведов куча вопросов по поводу этой пьесы, они ее не очень понимают. Они не очень понимают сюжетные ходы ее. А почему вот так вот? А почему так герой нелогично поступил? А почему вот так вот герой вдруг взял, опять как-то странно поступил? Странно поступают герои по одной единственной причине. Они крайне молоды. Они начинают только свою жизнь. У них логика абсолютно молодых, совершенно еще не оперившихся людей. Они не рассуждают, как взрослые люди. Следующим премьерным спектаклем станет постановка «Лига». Она будет показана как раз в преддверии этого праздника, 17 июня. Это новая пьеса, которую совсем недавно написал известный латвийский драматург Янис Юркенс, режиссер спектакля Хари Петроцкис. Если кратко пересказать содержание пьесы, то она о любви. Трое мужчин, представители разных поколений, ищут ответ, существует ли идеальная женщина. И, наконец, третья премьера, которая намечена на 21 июня. Спектакль по рассказу Андрея Платонова «Фро». И эта постановка тоже о любви, но в более широком смысле – о любви к человеку, о любви к работе. Как признается художественный руководитель театра, это будет эксперимент, ведь Платонова в театре ставят впервые. Галина Солодовник, Артур Лесков, Латвийское телевидение.